Здравствуйте, меня зовут Лариса. Я рада вас вновь приветствовать на нашей программе «Под парашютом». Программе, где лучшие эксперты в сфере правовых знаний делятся своим опытом для вашей правовой безопасности. И у нас сегодня в гостях юрист в сфере информационных технологий, эксперт в вопросах правового сопровождения IT-проектов Мария Трошихина. Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, что нужно знать о персональных данных. Что такое персональные и биометрические персональные данные? Согласие на обработку персональных данных, что необходимо знать об этом документе? Как попадают персональные данные к третьим лицам? Может ли обработка персональных данных осуществляться без моего согласия? И в каких случаях? Отказ от обработки персональных данных. Возможно ли это? И какие влечет последствия? Могу ли я отозвать согласие на обработку персональных данных? Как это сделать? Какая информация не относится к персональным данным? Можно ли передавать персональные данные других людей без их согласия? Я начну с небольшого тезиса, если вы не против. Юваль Ной Харари в одном из своих произведений писал, что в 21 веке самое ценное, что у нас, у людей, есть, это наши персональные данные. А мы отдаем их техногигантам в обмен на услуги электронной почты и забавные видео с котиками. И сегодня, Мария, я хотела с вами обсудить, почему же автор так акцентировал внимание на важности персональных данных, обсудить правовые аспекты понятия персональных данных, обработки персональных данных и, возможно, рассказать нашим зрителям, почему же эта тема столь важна. Отлично. Буду рада поучаствовать в дискуссии. И, наверное, давайте сразу перейдем к вопросам. Что такое персональные данные? Какая информация относится и, возможно, не относится к персональным данным? Что такое персональные данные? Если не уходить в юридическую терминологию, говорить своими словами, то к персональным данным относятся любые данные, которые могут индивидуализировать вас как личность, как субъект персональных данных. Соответственно, любая совокупность данных, если она что-то о вас говорит, значит, скорее всего, это относится к персональным данным. То есть я не говорю здесь даже о фамилии, имя, отчестве, это как бы очевидно. Это может быть, например, номер телефона в совокупностью с каких-то, с дополнительными категориями данных, например, лицевым счетом. Здесь, скажем так, четкого перечня нет со стороны законодателя, и это часто определяется уже здесь и сейчас. Ну, можешь привести какие-то примеры пошире, да, сведений, которые можно считать персональными данными, и, возможно, информации, которая к персональным данным не относится. Ну вот, например, мой цвет глаз, он же у меня тоже индивидуальный, или мои отпечатки пальцев. Вот это персональные данные или нет? Сейчас выделено такое понятие, как биометрические персональные данные, и скорее вот те примеры, которые вы озвучиваете, относятся именно к ним. Биометрические персональные данные — это данные, которые позволяют не просто вас индивидуализировать, а вас уже идентифицировать. То есть я здесь уже не могу, к сожалению, без юридической терминологии. Дело в том, что регулирует это отдельный совершенно закон 572 ФЗ, который не так давно вышел. И, в общем-то, когда мы говорим о биометрических персональных данных, самый простой пример — это когда мы приходим в магазин и хотим расплатиться с помощью улыбки. То есть в этот момент этот терминал одного известного банка, он считывает именно ваши биометрические персональные данные. Хорошо, я оплачиваю покупку улыбкой. Но я ведь даже не догадываюсь, что в этот самый момент происходит обработка моих персональных данных. Может быть, мы поэтому покажем важность, почему важно понимать, что вот в эти моменты кто-то наши данные получает и обрабатывает. И как раз мы переходим к следующему вопросу, да, чтобы лучше была возможность понять, а что такое обработка персональных данных, кто может ей заниматься, что для этого нужно, и... Может быть, есть иные примеры обработки персональных данных, знаете, с упором, наверное, на такие ситуации, когда я даже не... Когда у меня даже представления нет, что, оказывается, сейчас кто-то мои данные обрабатывает. Ну, вообще, исходя из логики законодателя, такого быть не должно. По идее, любая обработка ваших данных, за исключением такого довольно строгого перечня, определенного законом, любая обработка должна быть с вашего согласия. Соответственно, если вы вдруг... все-таки оплачиваете той самой улыбкой, либо взглядом, либо чем-то еще, отпечатками пальцев, то
то предполагается, что вы уже дали согласие, причем даже, скорее всего, письменное согласие. То есть, скорее всего, какой вы момент? Просто не обратили внимания на это в банке или где-то еще, когда вы могли дать это согласие. Но, как правило, да. Как правило, согласие уже собрано с вас тем или иным способом. И, в общем-то, тот факт, что вы не ознакомились с политикой конфиденциальности либо с условиями обработки персональных данных, это, в общем-то, к сожалению или к счастью, является уже непосредственно ответственностью субъекта, то есть вас. И это, на самом деле, такая действительно довольно болезненная тема, о которой вы сказали, в общем-то, в самом начале. Это условия использования ваших персональных данных. Дело в том, что сейчас, в общем-то, регулирование особого по форме этих условий нет. Соответственно, мы с вами сталкиваемся, как обычные пользователи, с такой проблемой. Мы скачиваем приложение или сервис, видим очень большую, длинную, сложную политику использования конфиденциальных данных. Конечно же, всегда соглашаемся. Mm-hmm. И, в общем-то, и все. Надеемся на то, что у нас правообладатель этого сервиса будет добросовестным оператором персональных данных, что он будет действовать в соответствии с законом, что цели использования ваших персональных данных, в общем-то, обусловлены использованием сервиса и только, и больше ничем, что их никто никуда не передаст и так далее. Вот. Но, к сожалению, пока ситуация немножко иная. И несмотря на то, что законодатель, в общем-то, системно вносит изменения и развивает регулирование в этой области, при этом здесь важно все-таки найти баланс между, да, развитием технологий, при этом добросовестностью операторов и, в общем-то, защитой данных пользователей. Но если говорить именно о способах использования, это всегда должно быть, в общем-то, за редким исключением, с вашего согласия. Я правильно понимаю, что даже в этом случае кто-то уже получил согласие на сбор этой самой информации? В большинстве случаев, да. В таких ситуациях оператором персональных данных являются все-таки кредитные организации, и они, как правило, да, они следят за тем, чтобы, скажем, ваши данные обрабатывались в соответствии с требованиями закона. А в какой примерно момент могло произойти вот это получение моего согласия? Ну, чтобы я на будущее знала. Ну, сейчас такое согласие на обработку биометрических персональных данных ограничено. Это правило действует таким образом, что вы можете дать согласие уже в мобильном приложении своего телефона. Ну а вообще предполагается письменное согласие, соответственно, вы приходите в отделение банка и заказываете, допустим, очередной продукт, либо меняя сим-карту, вам могут предложить использование ваших биометрических персональных данных, вы соглашаетесь, подписываете маленькое заявление, и, в общем-то, все готово. А тогда следующий вопрос. Я даю согласие на обработку моих данных, возможно, в каких-то случаях неосознанно это делаю. А как оператор должен защищать мои персональные данные и как мне удостовериться в добросовестности оператора персональных данных? Ну, потому что если все-таки речь о банке, думаю, здесь я могу быть уверена в добросовестности оператора, хотя, возможно, и в этих случаях бывают разные ситуации. Так как мне быть уверенной, что мои права будут защищаться? Ну, скажем так, отвечая на первый вопрос, наверное, что должен делать оператор? Оператор в соответствии с законом, опять-таки, это регулирует 152 ФЗ. Биометрический персональный другой закон, там чуть сложнее требования. Если мы говорим об общих принципах, это должны быть организационные и технические меры определенного рода, которые оператор в зависимости от количества персональных данных, в зависимости от их видов, в зависимости от, скажем так, рисков конкретного сервиса, должен применять определенные меры. Организационно это, в общем-то, принять определенные документы, положения, внутренние приказы, назначить ответственных людей, закрывать двери, использовать антивирус. Я уже тут к техническим мерам подошла. Антивирус — это самый простой, конечно, способ. Дальше уже в зависимости от сложности информационной системы либо сервиса оператор должен применять уже технические меры. Это информационная безопасность, так называемый инфобез. Он, соответственно, скажем, это целая иная сфера, ей, как правило, занимаются не юристы, ей занимаются именно специалисты в области информационной безопасности, которые проводят анализ системы и вырабатывают комплекс мер, которые необходимо применять для конкретного оператора. Я заселяюсь в отель, снимают копию моего паспорта, да, вот у меня логично возникает вопрос, что потом с этой копией происходит, где она будет храниться,
как они ее, возможно, уничтожат, какие вот здесь могут быть варианты? Ну, вообще, для каждой организации свои правила, конечно, вырабатываются, но если мы представим гипотетический, среднестатистический бизнес, вообще любой, да, где у нас, значит, передаются паспортные данные физических лиц, они передаются в определенные цели, в частности, для вашего заселения, да, в отель, соответственно, для, возможно, хранения этих данных в будущем, поскольку у отеля есть свое, да, специализированное регулирование. Соответственно, предполагается, что отель берет ваши данные, что он их хранит в закрытом месте, что к этим данным нет доступа всем сотрудникам этого отеля, что есть специально назначенные люди, у которых есть доступ к этим данным и которые имеют возможность к ним обратиться только исходя из своих служебных обязанностей. Соответственно, здесь уже приказ и должностная инструкция, трудовой договор, естественно, с этим сотрудником. Таким образом, работодатель, ну, то есть именно оператор, сам отель, он берет на себя ответственность, значит, и подключает к этому своих сотрудников за обеспечение безопасности ваших данных. Соответственно, если вдруг по какой-то причине вы подозреваете, что отель злоупотребил, что он передал вас в базе данных третьим лицам, например, и вам вдруг начала приходить какая-то реклама через СМС либо иным способом, то в этом случае вы можете как минимум потребовать отель перестать обрабатывать ваши персональные данные. Как максимум вы можете пожаловаться в Роскомнадзор. У них есть сайт в сети интернет, в котором вы можете открыть специальное окно для жалоб и указать, что случилось. Обязан ли мне оператор предоставить какие-то доказательства того, что он будет охранять мои персональные данные надлежащим образом? Среди обязанностей у оператора персональных данных есть обязанность уведомления Роскомнадзора о том, что оператор обрабатывает эти данные. Соответственно, вы, как, скажем, сознательный гражданин, можете проверить, есть ли этот оператор в реестре операторов персональных данных, опубликованных, опять-таки, на сайте Роскомнадзора. А если его нет? Ну, соответственно, здесь у вас возникают вопросы к, опять-таки, скажем, соблюдению требований 152 ФЗ. Если это требование не соблюдается, возможно, и другие тоже. Прозвучал такой документ, как согласие на обработку персональных данных. Думаю, мы все с ними сталкивались неоднократно и сталкиваемся, я думаю, практически каждый день. Это вот эти большие формы, которые мы подписываем и которые зачастую даже не читаем. Может быть, мы озвучим, на что следует обратить внимание, подписывая данный документ, и какие возможны для меня риски, если я подпишу согласие на обработку персональных данных, не ознакомившись с этим документом внимательно? Ой, рисков очень много. Но самое, конечно, ключевое – это то, что ваши персональные данные могут быть распространены или просто переданы неким третьим лицам. С моего согласия. С вашего согласия, да. Ну, самый, конечно, страшный кейс – это распространение. То есть, когда вы даете согласие, это согласие должно быть, кстати говоря, отдельным, на раскрытие ваших персональных данных неопределенному кругу лиц. Вот, соответственно, это самое неприятное последствие. Поэтому, когда мы с вами подписываем согласие на обработку персональных данных, естественно, мы определяем, кому мы вообще, в принципе, даем согласие, кому, если что, потом жаловаться. А во-вторых, какими способами ваши персональные данные собираются обрабатывать. Соответственно, вы должны соотнести эти способы обработки с той целью, с которой вы обратились вообще к этому конкретному сервису, либо же там, бизнесу, магазину и так далее. На каких-то примерах можете раскрыть? Ну, условно, в чем вот это несоответствие может проявляться? Например, если вы даете согласие тому же отелю на обработку персональных данных, то там должна быть цель соответствующая. Вы приехали в отель для того, чтобы заселиться, и там отель должен вам обеспечить проживание. Соответственно, цель должна быть только в этом. То есть это не должно быть, например, рекламные какие-то цели, рекламные услуги, информация об акциях и так далее. Все это уже не относится к вашей цели пребывания. Вот. Соответственно, если мы говорим о каком-то сервисе, например, онлайн-сервисе, да, то же самое. Вы даете согласие на обработку персональных данных для использования функциональности сервиса, не более того. А все остальные цели, которые для вас объективно, вы понимаете, что они... Даже хорошо, даже если вы не понимаете, это уже знак того, что на самом деле здесь что-то не так. Лишнее. Да. Смотрите, реклама, рассылки и так далее, хорошо.
Предположим, я беру согласие на обработку персональных данных у оператора, я его читаю, вижу, что там одна из целей использования данных – это рекламные рассылки. Могу я попросить оператора исключить эту цель? Ну, то есть, например, я согласна с использованием моих данных для заселения в отель, но я не хочу, чтобы мне потом отель присылал свои рекламные, свою рекламу, чтобы мне рассылал, например, о своих предложениях сообщал. Могу я вот попросить удалить? Да, можете, и в этом случае оператор персональных данных обязан это сделать, он обязан исключить. Вообще сейчас на операторах все-таки... Более того, обязанность такова, что они обязаны отдельно делать как минимум вот этот квадратик на галочку. Вот. То есть это должно быть все-таки ваше отдельное согласие на рекламную рассылку. В общем, сейчас у оператора данное обязательство заключается в том, что он и на распространение третьим лицам, и на, значит, рекламу должен делать отдельную, значит, отдельную просьбу, отдельный вопрос к вам о том, чтобы вы осознавали, что вы можете и не передавать эти данные конкретно в этих целях. Вот, соответственно... А если я не хочу давать согласие на обработку персональных данных, какие для меня здесь возможны последствия? Ну, для примера, да, сама была свидетелем ситуации, когда девушка заселялась в отель, ей предложили подписать согласие на обработку персональных данных, потому что, опять же, получали копию паспорта. Она согласие давать не хотела, и возник вопрос, вообще ее могут, должны заселять, могут ей отказать в оказании услуги или обязаны услугу оказать. Как тогда должен поступать оператор, если ему объективно согласие необходимо, а человек его давать не хочет, вот... Что делать? Ну, могу ли я пользоваться услугой в этом случае? Опять же, зависит от того перечня персональных данных, которые вас запрашивают. Если все-таки оператор запрашивает адекватный перечень персональных данных, если, например, это гостиница, и она запрашивает, там, не знаю, условный, что, там, перечень, там, паспорт ваш, да, как обычно запрашивают, возможно, там есть специфические, конечно, требования, возможно, наши зрители в комментариях напишут, какие есть требования к гостиницам, какие требования они имеют, какие данные они могут запрашивать, а какие нет. Если этот перечень адекватный, то в этом случае оператор имеет право отказать вам в оказании услуги. Но при этом, если вы, опять же, уверены, что объективно оценивая обстановку, что, допустим, та же самая согласие на рекламу, очевидно, здесь абсолютно ни при чем, вам могут оказать услугу и без этого, либо же, например, при использовании там, какого-нибудь... сервис на сайте в сети интернет, даже не знаю, какой привести пример, наверное, не знаю, task manager какой-нибудь, например. В этом случае, если у вас запрашивают согласие на обработку биометрических персональных данных, да, ваших биологических уже данных, наверное, возникает тоже вопрос, а насколько это вообще, в принципе, целесообразно и обусловлено функциональностью сервиса. Возможно, там есть определенные виды функций, которые вам сервис просто не сможет предоставить, если вы биометрию свою не сдадите. Но если этих функций нет, то здесь тоже встает вопрос о законности отказа вам в предоставлении этой услуги. А всегда ли необходимо мое согласие на обработку персональных данных? Или есть случаи, когда мое согласие никто не обязан спрашивать? Есть такие случаи. Те случаи регулирует у нас статья 6, 152 ФЗ. Там довольно закрытый перечень случаев, при которых данные обрабатываются без вашего согласия. В частности, это если, например, разведено дело, там, уголовно-административное, если вам нужна медицинская помощь, например, в том числе, то здесь никто не будет у вас спрашивать согласие, вам окажут эту помощь, потом, возможно, спросят. Ну, в общем... Как быть, если оператор все-таки передал мои персональные данные третьим лицам без моего согласия? Куда мне обращаться и какая ответственность грозит оператору? Во-первых, обращаться, конечно, в первую очередь, самый простой способ – это Роскомнадзор. Во-вторых, к оператору обязать его прекратить ваши данные обрабатывать. Но, опять же, это все... С точки зрения требований закона, это все очень легко звучит. Но на деле вам нужно, во-первых, определиться, к какому оператору прийти, то есть определить, кто этот нарушитель, поскольку мы на дню с вами можем
ну, несколько десятков раз, да, если мы тем более еще регистрируемся в разных сервисах вдруг. Но, тем не менее, мы очень часто даем согласие на обработку персональных данных в процессе своей обычной жизни. А вот. Как я могу определить, кто из операторов разгласил мои данные? Вот это тоже такой хороший вопрос. Лайфхаков нет каких-то? Проблем современного человека, да. У меня пока нет, к сожалению. Если будут, опять же, может быть... у наших зрителей, и мы будем тоже очень рады. Но вообще, да, уже пора вести какой-то, не знаю, реестр того, кому мы эти данные отдаем. Но даже если вы эти данные передали третьим лицам, в этом случае вы все равно можете остановить весь этот процесс. Вы можете, вопрос, да, вы можете также обратиться с письменным заявлением, как правило, на юридический адрес вашего оператора о том, чтобы он прекратил обработку ваших персональных данных. А вот прозвучал такой орган, как Роскомнадзор. Mm-hmm. Может быть, мы расскажем немножко нашим зрителям, что за орган, как обратиться к нему, возможно, на какие сайты зайти. Опять же, как бы своими словами объясню. Роскомнадзор – это орган, который обеспечивает, скажем так, в общем-то, надзор за исполнением требований закона, в том числе в отношении персональных данных. Соответственно, поэтому вы можете обратиться именно к нему в случае, если видите нарушение со стороны конкретного оператора. Обращаться можно онлайн или да, офлайн? Да, можно онлайн. Есть открытое, значит, окошечко у них на сайте. Вы можете зайти, довольно легко его найти. Вот, и, в общем-то, указать. Там можно выбрать рубрику, указать, что именно случилось, по какой теме вы обращаетесь, и, в общем-то, далее вы получите обратную связь. А могу ли я сама отозвать согласие на обработку персональных данных? Как это сделать? Да, вот мы как раз с вами затронули эту тему. Тема тоже такая животрепещущая, потому что ну, мы тоже занимаемся, как юрист, составлением условий использования персональных данных, и ну, редко очень встречаемся с... скажем, желанием оператора создать какой-то удобный механизм для вашего отзыва от обработки персональных данных. Ну, то есть, чтобы отозвать ваше согласие на обработку персональных данных, вы должны направить это заявление. Соответственно, поскольку, как правило, в онлайн-сервисах нет каких-то специальных для этого окошечек, вам необходимо взять бумагу, ручку, написать заявление и отправить на юридический адрес там, словно Почта России либо курьером. То есть в этом и ирония. Вы можете очень быстро, легко зарегистрироваться в электронном виде, буквально в два щелчка дать согласие на обработку персональных данных, но при этом, чтобы его отозвать, вам нужно совершить гораздо больше действий физических, юридических. А с чем это связано? Вы сказали, что... С тем, что отсутствует... Умышленно операторы не хотят облегчать этот процесс. Я не берусь, конечно, говорить, что это умышленно, но, скажем так, это же определенное тоже неудобство, которое создается у оператора в случае, если тот или иное физическое лицо отзывает согласие на обработку персональных данных. Именно даже в силу того... Какие последствия? Ну, знаете, даже чисто трудозатраты. Как правило, у, наверное, большинства операторов персональных данных не выстроены процессы, например, значит, уничтожения этих персональных данных. То есть мы сейчас, мне кажется, все вместе, я имею в виду IT-сектор, находимся в состоянии такого самообразования в этой части, потому что наблюдается тенденция внимания вообще пользователей к своим персональным данным. То есть мы вот там, условно, 10 лет отдавали за котиков и просмотр видео. Да, да, да. Очень много всего, и сейчас мы как бы вот как пользователи начали обращать внимание на этот момент и, в общем-то, интересоваться этим вопросом. Таким образом, на этот запрос отреагировало и государство. Сейчас, скажем, в очередной раз обсуждаются оборотные штрафы за нарушение требований в области персональных данных. Насколько я знаю, пока они не приняты, но, тем не менее, то есть это существенное увеличение штрафной ответственности у операторов. Ну и, соответственно, оператор, в общем-то, вынужден тоже эти процессы у себя менять, но это вот мы сейчас находимся в процессе этих изменений. Если сайт у меня вызывает сомнения, вот там что-то на нем должно быть размещено, с чем бы я ознакомилась, чтобы удостовериться в добросовестности? Угу. Да, оператора. Это как раз-таки вот многие называют это политика конфиденциальности, либо условия использования персональных данных, обработки персональных данных на сайте. Этот документ, как правило, размещается где-то нибудь внизу,
подвале, так называемом, либо же в окошечке, где вы эти данные даете. То есть, как правило, там размещается гиперссылка, опять-таки, для вашего удобства. Вы открываете эти условия использования, и как раз-таки там все то же самое по списку, где вот мы говорили с вами о согласии, то же самое здесь мы должны найти, увидеть способы использования, цели использования, не слишком ли их много, не передаются ли ваши персональные данные третьим лицам и так далее. То есть, к сожалению, здесь вот такой момент, что нужно сделать над собой усилия и все-таки, да, обозреть этот документ. А если подобной политики нет, то, скорее всего, не доверять этому сайту? Ну, скорее всего, да. Это значит, что правообладатель, разработчик этого сайта, в данном случае мы говорим, называем, если в рамках 152 ФЗ оператор, ну, как правило, правообладатель этого сайта, значит, он пока еще на той стадии развития, что он еще не дошел до того, чтобы легитимизировать свой сайт. Значит, он еще только-только либо начал работу, либо он откровенно игнорирует последствия нарушения требований 152 ФЗ. Хорошо. Следующий вопрос касается почти сайтов, социальных сетей. Персональные данные и социальные сети, где мы сами добровольно, возможно, зачастую, опять же, не понимая последствий, размещаем кучу информации о себе. И вот могу ли я брать данные о других людях, которые они сами разместили в своих социальных сетях без их согласия, и потом, возможно, даже обрабатывать эту информацию? То есть мы размещаем дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты. Есть у меня такая возможность? Вообще история использования социальных сетей, она различается в зависимости от конкретной социальной сети. Потому что социальная сеть — это точно такой же сайт в сети интернет, в котором, регистрируясь на котором, вы собираетесь и используете его функциональность. Соответственно, правообладатель этого сервиса, либо оператор, назначенный им, такой тоже может быть, он должен вам разъяснить, на каких условиях вы вообще, в принципе, публикуете тот или иной контент, включая свои персональные данные, и что с ним могут делать третьи лица. Но есть кейсы судебные, в том числе, в которых рассматривался этот вопрос, и, в общем-то, субъект персональных данных, то есть тот, чьи данные были обработаны третьими лицами, там, скопированы, размещены где-то на третьих источниках и так далее, он оспаривал, значит, использование этих данных как раз-таки на основе того, что сам факт того, что он регистрируется в социальной сети, не означает, что он дал согласие неограниченному кругу лиц условно копировать его фотографию, например, и размещать там на каких-то источниках там, третьих, да. Но вообще фотографии — это немножко, наверное, тоже другой вопрос. В зависимости от того, с какого угла законодательного к нему подойти, потому что, с одной стороны, фотография может быть вообще признана даже биометрическими персональными данными, и некоторыми, значит, органами исполнительной власти она и признается таковыми. А в некоторых случаях все-таки фотография это остается изображением, и регулируется она уже не с точки зрения персональных данных, а с точки зрения Гражданского кодекса, что это ваше изображение, и только вы имеете право им распоряжаться, то есть с точки зрения ваших таких уже личных неимущественных прав. Хорошо. А если вопрос не о фотографиях, а, например, о дате рождения? Угу. Ну, вот я собрала даты рождения своих знакомых, все это скопировала, обработала, кому-то направила. Вот здесь мне нужно получать согласие таких людей или нет? Ну, если вы, например, собираете табличку в Excel с днями рождения своих друзей, например, или там родственников, вот, например, хорошие, такой кейс, то мы должны здесь понимать, что 152 ФЗ, он не регулирует историю, когда мы в личных, там, семейных целях это все делаем. То есть, ну, когда речь идет, конечно, тоже предполагается, что речь идет о наших тоже родственниках и так далее. То есть, но при этом, если это третьи лица, вы, например, это делаете в служебных целях, например, то в этом случае, если собранные вами данные, опять-таки, позволяют индивидуализировать этого субъекта, вашего, там, не знаю, коллегу по работе, то в этом случае эти данные, скорее всего, будут признаны персональными данными. И все, и у нас запускается вот эта вся механика 152 ФЗ, согласие. Соответственно, зависит от того, в каких целях и что вы конкретно собираете. Каждый раз случай разбирается индивидуально. Но вот в вашем случае, если, опять-таки, семейные цели, то это не подходит под 152 ФЗ. В этом случае вам не нужно собирать согласие своих родственников. А уточню тогда. Вы до этого сказали, да, что регистрируясь в социальных сетях, я тоже соглашаюсь с правилами обработки моих персональных данных. Вот здесь не может быть ссылки на то, что я как-то вот
сама согласилась свои данные в социальных сетях разместить, и, мол, берите дальше, кто хотите. Ну, вообще... Я выразила свое согласие, их разместила, берите, делайте, копируйте и так далее. Ну, гипотетически такое возможно. Зависит от того, какую социальную сеть вы выберете. Ну, опять же, у вас для этого, опять-таки, если вы находитесь на территории Российской Федерации, вы, в общем-то, регистрируетесь именно в сервисе, который подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, то в этом случае этот сервис, скорее всего, вам предложит дополнительную галочку, чтобы вы точно понимали, на что вы соглашаетесь. Все-таки в этой части закон обязывает, как я уже говорила, операторов, скажем, доносить до вас вот такие вот важные вехи работы с вашими персональными данными. Хорошо. Следующий вопрос из практики. Он связан с банками. Мы с вами до этого говорили, да, что предполагаем, что кредитные организации действуют добросовестно. Но, думаю, мы все сталкиваемся со звонками, с предложениями взять кредит, какие-то иные финансовые продукты, причем от банков, с которыми мы в правоотношениях не состояли ранее. И вот вопрос, если я, например, оформляю кредит в банке, сообщаю свой номер телефона, свои иные персональные данные, потом получаю смс и звонки из других банков, также обратиться к ним за их услугами. Является ли это распространением моих персональных данных и как мне в этом случае поступить? У меня тоже такой же вопрос к кредитной организации. Но если попробовать, скажем так, проанализировать их деятельность с точки зрения 152 ФЗ, то, как правило, когда мы с вами обращаемся к тем или иным банковским продуктам, мы видим вторую галочку все-таки. Это и в письменных бывает документах, которые мы подписываем, и в электронных в том числе. Эта галочка заключается в том, что банк берет с вас согласие на передачу информации банкам-партнерам для рассылки вам информация об их предложениях и их услугах. Просто, видимо, я не вижу эту галочку. Ну, как, квадратик, да, не вижу. И это, в общем-то, возможно, я, конечно, не знаю, но, возможно, это делается специально. Но остается только рассуждать на эту тему, не знаю. То есть, в любом случае, если я получаю звонки, смс из банков, то, скорее всего, я сама когда-то поставила галочку, выразила согласие на получение подобных сообщений. Да, соответственно, чтобы, ну, опять-таки, гипотетически, чтобы это прекратить, вы должны обратиться в банк, с которым вы работали, да, с которым вы взаимодействовали, направить им заявление о прекращении обработки ваших персональных данных, и в том числе в компаниях-партнеров. Соответственно, банк, как правило, эти ваши персональные данные дает компаниям-партнерам на основе соглашения, ну, скажем, на основе поручение на обработку персональных данных. То есть он как бы поручает третьим лицам ваши данные обрабатывать в определенных целях с вашего согласия. Соответственно, предполагается, что вы, ну, в своем заявлении просите, значит, прекратить любую обработку, в том числе и третьих лиц, которые действуют по поручению. Хорошо, если моя подруга оставила мой контакт, например, в салоне красоты, в рамках акции, тоже часто наблюдаемая ситуация, и мне начали звонить с рекламой. Как оценить эту ситуацию с точки зрения закона? Права ли моя подруга? Прав ли салон красоты? Кто здесь виновное лицо? И к кому мне обратиться за защиту своего права? Начнем, наверное, вообще в принципе с категории, да, вот этой персональных данных, номер мобильного телефона. Вообще это вопрос дискуссионный, является ли это в принципе персональными данными. То есть если рядышком нет вашего имени, то, в общем-то, эти данные могут быть признаны неперсональными. Вот такой вот есть еще момент, да. И это довольно такая распространенная точка зрения. А, то есть она, да, мой номер телефона без моего имени оставить могла? Да. А с моим именем? С вашим именем здесь уже, конечно, она стала оператором персональных данных. Она явно обрабатывает ваши данные в данном конкретном кейсе не в личных целях, не в смысле, не в семейных целях. Здесь, как бы, да, она здорово, что она решила вас порадовать, но, тем не менее, в этом случае она так уже нет, является... Так нет, может, она скидку ей за это бы сделала. То есть цель явно не личная. Физическое лицо также является оператором обработки персональных данных, оператором с точки зрения 152 ФЗ. Соответственно, если она ваши данные начинает ими распоряжаться, кому-то их передает, она должна также делать это с вашего согласия. По общим правилам вот так. Так что... Ну, смотрите, мы же все делимся контактами своих друзей, родственников, да? Понятно, что иногда нас ограничивают какие-то
нравственные нормы, мол, я не делюсь там данными о других лицах, спросите их, сами дадут при необходимости. Но вот с точки зрения закона, вы сейчас сказали, что физлицы тоже могут быть операторами, обрабатывающими персональные данные. Если я делюсь контактами своих друзей и знакомых с родственниками, или не с родственниками, а просто по работе. Спросили, например, контакт моего друга. Я даю и номер телефона, и фамилию, имя, отчество. Нарушаю я закон в данном случае или нет? Нужно спрашивать согласие. Если вы не позаботились о том, чтобы взять у него согласие на обработку персональных данных хотя бы каким-нибудь юридически значимым способом, например, обмен сообщениями, либо в WhatsApp, либо в Telegram, и вы потом архивировали вашу переписку, то в этом случае вы должны быть готовы к тому, что ваш друг может предъявить к вам претензии о том, что вы нарушаете требования 152 ФЗ. Правовые в том числе? Да. То есть чужими номерами телефонов мы не делимся? Без согласия, да, стараемся не делиться. Я преподаватель вуза, тоже часто работаю с персональными данными своих студентов, получаю фамилии, имя, отчество, где-то мы постоянно регистрируемся, иную информацию могу у них получать. Вот о чем я должна в данном случае знать? Ну, здесь скажу так, я, наверное, не буду квалифицировать, но скажу следующее, что все-таки оператором персональных данных в этом случае выступает вуз, то есть работодатель, у которого вы трудоустроен. А работодатель дальше уже вам через должностные инструкции, приказы, трудовые договоры вам, ну, скажем так, делегирует свою функцию по работе той или иной, опять-таки, с персональными данными. Соответственно, здесь вы выполняете роль, волю вашего работодателя по работе, значит, со студентами. Соответственно, оператором и таким носителем прав и обязанностей в данном случае все-таки выступает ваш работодатель, не вы. То есть я могу не запрашивать отдельно вот это согласие на обработку персональных данных, например, при заполнении регистрационной формы? Вы, скажем так, вас ваш вуз должен обязать запрашивать согласие. Вот, вот так должно быть, по идее. Но, скажем так, поскольку вы запрашиваете эти персональные данные именно в интересах вуза как раз-таки обеспечит полноценную на всех этапах защищенную, да, обработку с точки зрения организационных мер. Поэтому здесь скорее нет, скорее никуда не девается эта обязанность. Вопрос, чья это обязанность? Вот обязанность вуза, прежде всего, побеспокоиться об этом. То есть меня мой работодатель должен ознакомить с правилами обработки персональных данных и сказать мне, как я правильно должна их собирать. Да. И заключительный вопрос на засыпку. Мы с вами уже начали говорить про фото, видео, материалы, размещенные в СМИ или в социальных сетях. А все-таки персональные данные это или нет? И частый вопрос, да, он возникает. Могут ли без моего согласия публиковать, использовать мои фото или мои видео? Без вашего согласия, конечно же, не могут. Это, прежде всего, требования Гражданского кодекса. И даже если бы это были требования федерального закона 152-го, либо же требования, которые регулируют биометрические персональные данные, мы сегодня познакомились с вами с несколькими законами. И во всех этих случаях согласие с вас должно быть получено, за редким-редким исключением. Поэтому, да, если берут вашу фотографию, то вы можете предъявить претензии, в том числе в судебном порядке, и взыскать, в общем-то, штраф за использование вашего фото без вашего согласия. А если уж это еще и в коммерческих целях было сделано, то там как бы штраф и компенсацию ваших убытков можно серьезно увеличить. Мария, большое спасибо за такую интересную, подробную дискуссию. Возможно, вам есть что сказать нашим зрителям в завершении. Напутственное слово, совет. Мой совет – читайте условия использования ваших персональных данных. Вообще, сейчас мы находимся в очень интересном периоде переоценки общества к вопросу своей обработки своих персональных данных. Мы вот с вами начали сегодня немножечко эту тему, философскую чуть-чуть, в частности, социального, да, определенного договора, который мы заключаем, значит, в том числе, да, с такой конструкцией, как государство, в рамках которого мы передаем часть своих прав и обязанностей в обмен там, на защиту, на социальные гарантии, на так далее. И сейчас мы с вами находимся в ситуации, когда мы передаем, скажем, частичку, да, вот этого конституционного права неприкосновенность частной жизни
потому что все-таки кукисы все возможные, и вообще в целом информация о том, что вы делаете в интернете, как вы это делаете, это довольно большой пласт знаний о вас лично и касающихся именно вашей частной жизни. И сегодня мы находимся в ситуации, когда мы передаем как коммерческим организациям, так и государству в том числе довольно большую кусок знаний о себе. И вот здесь вот вопрос в обмен на что. То есть здесь мы все-таки говорим о социальных гарантиях, либо это какие-то дополнительные блага. В общем-то, надеюсь на наше общественное сознание в этом смысле. И первым шагом как раз-таки будет ознакомление с условиями политики конфиденциальности. А я напомню, что у нас в гостях сегодня была Страшихина Мария, юрист в области информационных технологий, эксперт в области правового сопровождения IT-проектов, и беседовали мы сегодня про персональные данные. Большое спасибо!